Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашей передачи мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни православной церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 23 апреля в Рязанском государственном медицинском университете состоялся круглый стол «Православная медицина». В этот же день в приходе храма Сретения Господня в Рязани прошел мастер-класс по изготовлению пасхальных подарков. В музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 25 апреля открылась выставка «История русской святости». Вечером в тот же день в Рязани состоялся великопостный концерт. Для гостей выступил камерный оркестр Рязанской области. В последние дни Святой Великой Четыридесятницы прихожане Никольского храма города Рыбное стали участниками архиерейского богослужения. 27 апреля, в субботу, посвященную воспоминанию чуда воскрешения Спасителем праведного Лазаря, митрополит Рязанский Михайловский Марк совершил божественную литургию в храме преподобного Сергия Радонежского в приходе Лазаревского храма при одноименном кладбище в Рязани. 28 апреля церковь встречала великое торжество – вход Господень в Иерусалим. С 22 по 24 апреля в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова проходила первая Всероссийская ассамблея с международным участием «Респираторная медицина». На форуме обсуждали современные методы диагностики и терапии легочных заболеваний, методы и новейшие технологии лечения и другие подобные вопросы. Но этим кругом тем участники не ограничивались. Среди площадок, организованных в ВУЗе, был круглый стол «Православная медицина». Проведение этой встречи стало логическим продолжением изменений, происходящих в обществе. С той поры, как наше общество освободилось от и продолжает освобождаться от тяжелых оков секуляризации, когда есть уже понимание о том, что у нас действительно есть свобода обращения к Господу, свобода ходить в храмы, и постепенно освежается мышление людей, и в первую очередь, естественно, людей образованных, думающих, это медицинские работники, врачи, научные сотрудники, и поэтому естественным, скажем так, общим плодом молитвенных, собственно говоря, трудов явилась эта конференция. Сотрудники вуза, врачи, представители епархии во время работы круглого стола высказали немало мыслей относительно современной медицины в свете ее развития и перемен, понимание труда по излечению пациентов как служение ближнему, связи заболеваний с процессами, лежащими вне рамок исключительно физического здоровья человека. Общая дискуссия, которой завершилась работа площадки, позволила обобщить все сказанное и сформулировать выводы, которые можно будет учитывать в непосредственной практике работы с людьми, приходящими за помощью к врачам или священникам. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Жизнь школы семьи «Родная душа», которая действует при храме Сретения Господня в Рязани, богата на события, в которых могут принять участие не только представители объединения, но и все, у кого есть такое желание. Среди разных инициатив особое место занимают мастер-классы, всегда встречающие самый живой и теплый отклик со стороны рязанцев. Очередная такая встреча пришлась на 23 апреля. Ее заглавили просто и емко, своими руками. В праздничный зал храма пришли горожане от мала до велика, пожелавшие воплотить в жизнь свои навыки рукоделия и творческий потенциал. Всех собравшихся объединяло желание сделать уникальные пасхальные сувениры, причем часто создаваемая собственными руками красота предназначалась авторами не для собственных нужд, а для ближних. Ведь что может быть прекраснее, чем доставить радость другому, тем более в преддверии великого праздника – Воскресения Христова? Основное мое занятие – это вязать. Я очень люблю ниточки, поэтому все свои мастер-классы обычно стараюсь связывать с моими любимыми нитками. И сегодня вообще мой мастер-класс для самых маленьких подойдет. Максимально прост в исполнении, но мы сделаем очень красивое, волшебное пасхальное дерево, на котором будут висеть вот такие красивые яички, украшенные цветными ниточками и бусинками. Я думаю, что с этим справится любой, даже самый маленький ребенок, ну а взрослый подавно.
Опытные педагоги на протяжении 2 часов поддерживали атмосферу соработничества и виртуозного мастерства в праздничном зале храма Сретенья Господня. Гостей ждали музыкальные подарки, которые в лучших традициях школы украсили встречу. Все, кто пришел, остались довольны, что не упустили возможность поучаствовать в уютном мастер-классе, ведь каждый смог сделать свой неповторимый сувенир. У кого-то получились более простые изделия, кто-то освоил более высокий уровень сложности. Но главное, что все поделки получились красивыми, самобытными, яркими и наверняка согреют сердца тех, кому будут уже совсем скоро преподнесены по случаю праздника Светлой Пасхи. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». Какими были наши соотечественники, чьи духовные подвиги созидали историю святости земли русской? Их образы от равноапостольного князя Владимира, который в X веке совершил исторический выбор и стал крестителем Руси, до преподобного Серафима Саровского, канонизированного в 1903 году при последнем русском императоре страстотерпце Николае II, можно увидеть на выставке «История русской святости» в музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Экспозиция открылась 25 апреля. В церемонии открытия выставки принял участие митрополит Рязанский и Михайловский Марк, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин и другие почетные гости. Выставочный проект, с одной стороны, он объехал уже несколько регионов российских, но с другой стороны, он не повторяется. Это как каждый раз новая версия или новая редакция. В приветствиях, обращенных к рязанцам, звучали слова о содержании выставки и ее значении. В частности, митрополит Марк отметил, что обычно люди знакомятся с иконами, предстоят и молятся перед ними в пространстве храма. При этом на фоне вызывающих отвращение и страх образов, окружающих современного человека и транслируемых через телевидение и интернет, для каждого важна возможность и вне церковных стен соприкоснуться со святым, духовным и чистым. И таким, безусловно, чистым образом является образ иконы. И радостно, что современные технологии, современные возможности предоставляют нам такой шанс. И не нужно представлять музей имени Андрея Рублева, который на протяжении многих десятилетий представляет и являет всем нам замечательные памятники древнерусского искусства. Замечательно, что силами этого музея устраивается выставка, прекрасная выставка, замечательный день. Хотел бы поблагодарить всех участников, организаторов этой выставки. Дай Бог, чтобы такие выставки, выставки икон в том числе, и в том числе из музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева, появились в Рязани не в последний раз. Выставка дает целостное представление о разнообразии русской иконографии. На экспозиции представлен уникальный триптих «Житие преподобного Андрея Рублева», созданный выдающимся художником-реставратором Василием Кириковым, открывшим миру шедевр древнерусского искусства мирового значения – икону Святая Троица великого русского иконописца Андрея Рублева. Для Рязани выставка «История русской святости» стала особым, радостным событием. Каждый житель города имеет возможность посетить музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и познакомиться с экспозицией. Выставка будет работать до 13 августа. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Произведения Свиридова, Чайковского, Генделя и других композиторов звучали 25 апреля в праздничном зале храма Сретения Господня в Рязани, где проходил Великопостный концерт. Для гостей выступил камерный оркестр Рязанской области, художественным руководителем и главным дирижером которого является известный музыкант, композитор Сергей Проскурин. Почти четверть века он проработал в лучших оркестрах Европы и Америки, после чего в начале 2000-х годов вернулся в Россию, причем избрал провинцию. В Курске он с нуля создал собственный русский камерный оркестр, а с 2022 года его деятельность проходит в Рязани. То, что мы принимаем уже традиционно, не первый раз в таком событии участие, для нас это волнительные чувства, большая ответственность. И действительно это очень важно, что мы вместе, что мы можем в такое время и помолиться, и послушать глубокую по содержанию музыку, и объединиться. Этот концерт говорит, что мы все вместе. Для меня это очень важно, для нашего оркестра, что мы все вместе. И звучала сегодня музыка очень глубокая по содержанию. Это действительно большая честь для нас. Появление великопостных концертов относит к середине 18-го столетия. А в конце 19-го – начале 20-го века подобные выступления вступили в пору особого расцвета. В них принимали участие лучшие церковные коллективы, и на них проходили премьеры духовных сочинений выдающихся русских композиторов. Даже люди, далекие от церкви, знают, что дни самого долгого и строгого поста – это воздержание не только от определенной пищи, но и от увеселений. Об этом красноречиво свидетельствует и история верующего русского народа. Проведение концертов, приходящихся именно на такие дни, носит особую цель – это своего рода инструмент, помогающий пробудиться от усталости и уныния, от охлаждения в сердце. Музыка, исполняемая в рамках великопостных выступлений, призвана поддержать и укрепить людей, ведь впереди еще Страстная Седмица, которая требует собранности всех сил человека и твердости. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, «Логос». Подходит к завершению Святая Великая Четыридесятница. В пятницу ее шестой седмицы, 26 апреля, прихожане храма святителя Николая Чудотворца города Рыбное стали участниками архиерейского богослужения. Литургию прежде священных даров в их храме совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Поприще воздержания, предшествующее великому празднику Пасхи, в самом его начале кажется долгим, но вот уже совсем близко свет духовного солнца, воскресшего Спасителя. И пора каждому христианину подвести итоги непростого пути поста, заглянуть в свою душу и оценить плоды, которые удалось в ней взрастить в дни Святой Великой Четыридесятницы. Это время дается верующим, чтобы обуздать чувственность и укротить страсти, очистить мысли и желания, просветлить и осветить все свое существо. Об уходящем Великом посте и о том, что указывает на достойное его прохождение, говорилось в наставлении митрополита Марка после богослужения. В сегодняшней молитве Замбонной мы слышали слова. Слова о том, что мы должны были стать победителями греха. Победителями греха, который гнездится внутри нас, в наших сердцах, в наших душах. Если мы становимся или стали победителями греха, то Господь даст нам свою радость. Радость как плод, как результат трудов Великой Четыридесятницы. Великий пост, помимо прямого своего значения и содержания, является еще и образом всей жизни человека. Эта мысль также прозвучала в архипастырском наставлении к прихожанам Никольского храма. Ведь заповедь о труде и возделывании этого мира дана каждому человеку. И точно так же люди призваны неустанно созидать красоту своей души,
украшая ее крепкой верой и добрыми делами, неустанно устремляясь к образу, дарованному самим Спасителем. И как приходит время подводить итоги поста, так и наступит тот час, когда надо будет давать ответ Господу о плодах своей жизни. Если в ней не было труда, если человек постоянно ленился и уклонялся от правого пути, то он будет осужден на вечные мучения. И лучше уже сейчас учиться трудиться, стараться вести напряженную духовную жизнь, чему так помогает Великий пост, и помнить, что именно так в трудах и молитве следует проводить свои дни, чтобы за порогом земного пути не страшно было давать ответ Господу и чтобы разделить с Ним вечную радость будущей жизни. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. «27 апреля, в субботу, посвященную воспоминанию чуда воскрешения Спасителем праведного Лазаря, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию в храме преподобного Сергия Радонежского в приходе Лазаревского храма при одноименном старинном некрополе в Рязани. Из истории вспоминаемого события известно, что Лазарь был братом Марфы и Марии. Они жили неподалеку от Иерусалима в селении Вифания». Христос часто навещал их и называл Лазаря своим другом. Когда Спаситель воскресил его, тот уже 4 дня как скончался. Поэтому его еще называют Лазарь Четверодневный. Христос велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь, выйди вон!» Умерший воскрес и вышел из пещеры. Это событие называют величайшим из чудес, совершенных Христом в его земной жизни. Оно же было и последним. Перед грядущими страданиями и крестной смертью это был яркий отблеск славы Христа, еще раз явно указавший на Него как на Мессию и Господа, обладающего властью над жизнью и смертью. «Тогда глаголуй, Иисус, воскреснет брат твой! Глаголуй ему, Марфа, вем, яко воскреснет воскрешение последний день! Прече же, Иисус, аз есть воскрешение живот, веры в мя, аще и умрет, оживет, и всяк живый и веры в мя, не умрет вовеки». Спаситель, совершая свое служение, не только проповедовал и, подобно древним пророкам, возвещал о скором наступлении Царства Небесного, но и совершал многочисленные знамения и чудеса. В Евангелии есть повествование об исцелениях больных, о воскрешениях мертвых и изгнаниях бесов. Люди, которые были очевидцами знамений и чудес Христа, удивлялись, ведь в своей жизни они не видели подобного никогда. Однако даже у учеников Спасителя были остатки сомнений в том, что их Учитель – Мессия. И вот Господь совершает самое великое чудо и знамение накануне Своих страстей, чтобы хотя бы ученики по-настоящему уверовали в Него. О беспрецедентном событии воскрешения из мертвых человека, 4 дня пребывавшего в гробе, о значении свершившегося великого чуда и знамения, в том числе для учеников Господа, владыка Марк говорил в наставлении после богослужения. «И выходит умерший к ужасу всех стоящих. Как могли воспринять это чудо ученики и пришедшие утешить сестер иудеи? Конечно, многие уверовали в Него. Уверовали, конечно, не все, но поражены были все. Именно поэтому Христа впоследствии так торжественно встречает в Иерусалиме. А Господь показывает ученикам свою славу, свое всемогущество для того, чтобы они уверовали». Восхищение и ужас, радость и страх – жизнь и смерть – эти антонимы чувств соседствовали в те минуты, когда из погребальной могилы пещеры вышел известный в Иудее человек, похороненный, оплаканный и практически для всех уже навеки прошлый. Эта история обращена ко всем людям, живущим сегодня, как и любое другое евангельское событие, вспоминаемое в особых торжествах, установленных Церковью. Чудо воскрешения Лазаря имеет глубокий духовный смысл для каждого человека. Для Бога нет границ, Он всемогущ, Он победитель смерти, и совершенное чудо является свидетельством Его любви по отношению к людям, к любому из нас. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
27 апреля вечером, накануне праздника входа Господня в Иерусалим, уже радостно встречая великое торжество, верующие во множестве стекались на службы в православные храмы, принося с собой пальмовые ветви и вербы. В этот день митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил вечернее богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Рязани с традиционным освящением вербных и пальмовых ветвей вай. Вход Господень в Иерусалим является одним из главных событий последних дней земной жизни Спасителя. Оно описано четырьмя евангелистами. Торжественное прибытие Христа в Святой Град накануне праздника Пасхи предшествовало Его страстям и было осуществлением ветхозаветных пророчеств. Христос отправился в Иерусалим, когда весть о воскрешении Лазаря разнеслась по всей Иудее. Спасителя встречало множество людей, которые видели в Нем великого Учителя и Пророка, обещанного Ветхим Заветом Мессию, царя, который освободит народ от власти Рима. Люди выражали свое ликование по обычаям того времени. Они постилали перед Спасителем свои одежды, приветствовали его пальмовыми ветвями и бросали их под ноги молодому ослику, на котором ехал Христос. Церковь вспоминает это событие торжественно, подобно жителям Иерусалима. Православные люди радуются, встречая грядущего Господа, победителя, ада и смерти. Двадцать 28 апреля в сам праздник митрополит Марк совершил божественную литургию в старинной церкви Рязани, освященной в честь торжества входа Господня в Иерусалим. Первое упоминание об этом храме относится к середине 16-го столетия. Он возведен в стиле нарышкинского барокко. Издалека гармоничные пропорции шатровой колокольни и пятиглавого четверика. Вблизи удивительное разнообразие каменного декора. В 1936 году церковь была закрыта богоборческими властями. Лишь через половину века начался путь истерзанного храма к полноценному возрождению своего исконного значения как Дома Божьего. Видя ухоженную, утопающую в цветах территорию вокруг него, трудно представить, как тут все было в советское время. Сегодня жизнь в полную силу вернулась на древнее освященное молитвой место. И прежде всего это духовная жизнь – вновь возгорелась в сердцах тех, кто зовется сейчас приходской общиной храма. И самый многолюдный и радостный его праздник, конечно, вход Господень в Иерусалим, собирает, как и в далеком прошлом, рязанцев на службу. Призри с небесе Божие, и вишь, и посети виноград сей, и утверди, его же насади, десница твоя. Вход Господень в Иерусалим – один из тех праздников, в котором к радости и ликованию при виде грядущего Спасителя добавляется и печаль от понимания смысловой глубины, трагизма и серьезности момента. Господь торжественно входит в Иерусалим. Его встречает восторженный народ. В воздухе разлито ожидание чего-то очень важного, судьбоносного. Люди прославляют Христа как Мессию и Царя. И только Спаситель знает, что не почести и трон – а страдания и крест станут конечной точкой этого пути. Но, несмотря на это, все равно идет дальше. Этим контрастом, радостью лицезрения Господа, который входит в город для завершения дела спасения людей, и осознанием, что произойдет дальше, внутренней сосредоточенностью Христа, наполнены и строки Священного Писания,
и богослужебные тексты праздника. Господь идет не для того, чтобы избавить народ Израиля от иноземной оккупации. Господь приходит в Иерусалим совсем для другого. Он приходит во Святой Град, чтобы отдать свою жизнь за жизнь мира. И вот это является настоящей, подлинной целью его прихода во Святой Град. И мы сегодня все чувствуем свою сопричастность этому событию. Мы хотим быть вместе со Христом. Мы не хотим быть в стороне. Ветви и пальмы – это знамение победы. Так в древности встречали воинов, которые возвращались в свой град с победою. Мы встречаем Христа как будущего победителя. И не просто победителя в какой-то локальной битве, а как победителя смерти, который изменит жизнь всего мира. Как сказал митрополит Марк, в этот день можно вспомнить и о другом важном значении торжественного входа Господня в Иерусалим. Каждый знает, что такое паломничество. Это явление, родившееся в церкви. Но кто такой паломник? Владыка напомнил, что это участник торжественной встречи в Иерусалиме, участник крестного хода, который совершается в память о вхождении Христа в Святой Град. Конечно, современный человек сегодня воспринимает паломничество в более широком смысле, не только как путешествие в Святую Землю или участие в крестном ходе в неделю Вай, но с целью обновления и очищения. В завершении Владыка пожелал людям, чтобы, прославляя в этот памятный день Христа, держа в руках ветви верб и пальм, верующие стремились к тому, чтобы эти ветви произрастали в сердцах и душах добродетелями, как результат Святой Великой Четыридесятницы. По окончании наставления митрополит Марк наградил архиерейскими грамотами прихожан входа Иерусалимского храма, которые трудятся над возрождением прежней красоты старинной церкви. После службы всех верующих ожидала праздничная трапеза. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!